Водитель отвечает не только за свою жизнь, но и за жизнь пассажиров. В этом уверен отец двоих детей, Владислав Антимонов. Мужчина трогается с места только после того, как убедится, что все находящиеся в салоне авто люди пристегнуты. Это правило в семье Антимоновых выполняют неукоснительно. Маленькие дети – не исключение. Дети мои с пониманием, даже не пришлось уговаривать либо что, мы сели, пристегнулись и мы поехали спокойно. Сегодня сотрудники госавтоинспекции провели профилактический рейд, чтобы напомнить водителям о необходимости использовать удерживающие устройства и ремни безопасности при перевозке детей. Законопослушным родителям вручили подарки. Данная акция сегодняшняя «Ребенок – главный пассажир» направлена на то, чтобы напомнить родителям о важности использования детского удерживающего устройства, напомнить о том, что самое безопасное место в автомобиле то, которое оборудовано детским удерживающим устройством. До 7 лет специальным удерживающим устройством, независимо спереди либо сзади. После 7 лет только на заднем сиденье ребенка могут перевозить водители. Непосредственно уже свыше 7 лет. То уже без детского удерживающего устройства. На переднем сиденье до 12 лет. За последний год в Самарской области погибли 8 несовершеннолетних пассажиров. В большинстве случаев это происходило из-за беспечности водителей, которые пренебрегали правилами дорожного движения. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События.